Чаму палякі так залезлі за скуру лукашэнцы? Як ён можа гэтым скарыстацца і што Польшча можа супрацьставіць бруднай гульні дыктатара? Пра гэта я паразмаўляю з Войцехам Кананчуком, віцэ-дырэктарам Цэнтру ўсходніх даследаванняў з Варшавы. Добры вечар, спадар Войцех. Добры вечар. Ці Польшча цяпер галоўны знешні вораг Александра Лукашэнкі? Да, к сожалению, так. И это началось не в последние несколько дней или недель, это началось еще с августа прошлого года, а даже еще глубже надо смотреть, потому что борьба режима Лукашенко с белорусскими поляками, она на самом деле началась еще в 2005 году. Действительно, режиму Лукашенко просто нужный внешний ворог. Польша очень подходящая для этого страна, потому что Польша является, к сожалению, одной из немногих стран в Европейском Союзе, которые белорусское общество, гражданское общество поддерживает с самого начала. Это очень важно для Польши. И то же, что важно, вне зависимости, кто в Польше премьер-министр, какая партия формирует правительство. То есть здесь заметна довольно последовательная позиция польского государства, что по понятным причинам не нравится Лукашенко. Ему не нравится, что Польша поддерживает независимые СМИ, в том числе и Белсат, конечно, белорусскую независимую журналистику, гражданское общество, разные студенческие программы и прочее. То, что в Польше тоже живет и работает блогер Нехта, который тоже один из основных врагов правящего режима Беларуси. Так что то, что этот удар пришел, я думаю, что этого, к сожалению, надо было ожидать. Mm-hmm. Что Польша может супротивпоставить вот этому удару с боку Лукашенко? Бо зараз у закладниках как бы с польской меньшести 5 человек. Вот мы литерально чекаем на то, какие, как они будут осуждены, правда, чекаем на то, сколько запотребует прокурор годов. Что может сделать Польша, как допомогти дзеячам польской меньшести, але у том лику и всем белорусам? Бо мы выдатно разумеем, что репрессии супраць белорусских поляков – это только частка тих всей махины репрессий, якая зараз працует на Беларуси. Да, я с вами согласен, что вообще надо смотреть на ситуацию в Беларуси не только через призму белорусских поляков, потому что они часть общества, но удар пошел в польское нацменьшинство, потому что они поляки, але тоже потому, что они часть гражданского общества Беларуси. Вообще, знаете, надо это смотреть, на все это смотреть в большом контексте. И этот большой контекст – это реакция Европейского Союза на события в Беларуси с августа месяца прошлого года. И здесь, к сожалению, хотя Европейский Союз принял какую-то санкцию, но я бы назвал это мини-санкциями, да? То есть мы имеем список белорусских граждан, которые не въездные в Евросоюз, это там 88 человек всего, и 7 небольших компаний, которые приближены к режиму, которые, кошельки, да? Мы их считаем кошельками правящего режима Беларуси. Это однозначно слишком мягкий ответ, недостаточный, точно недостаточный, для учитывая всю серьезную ситуацию в Беларуси. Или, как это назвала в одном из интервью Светлана Тихановская, это просто насмешка. Я здесь полностью согласен с госпожей Тихановской, что учитывая этот огромный уровень репрессий, просто эти санкции, мини-санкции, которые были приняты по отношению к режиму, это насмешка. Здесь, конечно, есть возможность для действий и со стороны Европейского Союза, и со стороны Польши. Что может сделать Польша? Бо мы видим, что дагэтуль Польша вельми заангажавалася у допомогу сапраўды грамадзянской супольности, у допомогу текачам. Але тым не менш, Польша не вела свои уласные санкции. Ці зараз Польша готовая у отказ на гэты репрессии супраць польской меньшести хутка увести гэты и значные санкции супраць Александра Лукашенко и ягоных поплечников? Да, в Польше есть несколько возможностей, инструментов для действия. Во-первых, это национальный санкционный список. Я считаю, что
он должен был, его надо ввести. И здесь примером являются балтийские страны, у которых санкционный список там намного длиннее Европейского Союза. То есть первая возможность действия это именно длинный, насколько это возможно, санкционный список, который будет охватывать все должностные лица, которые отвечают за санкции против белорусского общества, в том числе белорусских поляков. Это первая возможность. Вторая возможность, которая посерьезнее, я думаю, будет для белорусского режима, это экономические санкции. В Польше и в Европейском Союзе есть уже довольно сложные и длинные дискуссии, насколько санкции экономически действуют, насколько они не действуют. Насколько их надо вводить, а насколько их не надо вводить. Я считаю, что ситуация уже давно дозрела до этого, чтобы режим попытаться наказать. И, конечно, некоторые говорят, но это не подействует на режим, это только глубже впахнет Лукашенко в объятия великого брата Российской Федерации. С другой стороны, если мы посмотрим на заявления белорусской оппозиции, в том числе госпожи Тихановской, они уже довольно давно апеллируют до Европейского Союза, чтобы Европейский Союз тоже ввел экономические санкции. Таких заявлений было довольно много. Так что вот здесь, знаете, есть такое впечатление, что складывается такое впечатление, что белорусская оппозиция намного глубже понимает ситуацию и готова действовать намного далее, чем, к сожалению, Европейский Союз. И заканчивая эту часть, я думаю, что все будет зависеть от ситуации в Беларуси, то есть польские действия. Ну, посмотрим. Мне кажется, что повод для того, чтобы вводить серьезные меры, уже давно появился. Дакладна, прычына для таго, каб уводзіць адказ Польшы, напэўна, з'явілася. Вось літаральна мы даведаліся пра тое, што Марыі Цішкоўскай прадстаўлена абвінавачванне па 130 артыкуле за рэабілітацыю нацызму і распальванне нацыянальнай варожасці. Як пракаментуеце гэтае абвінавачванне, спадар Войцех? Знаете, любой авторитарный режим, если он хочет кого-то наказать, он его накажет. Это не правовое государство, это не демократическое государство. То есть повод всегда найдется, да, это еще Сталин говорит, дайте мне человека, а я параграф в уголовном кодексе на него найду. Так что здесь не надо удивляться, то, что мы видим по отношению к белорусским полякам и вообще по отношению к белорусскому обществу, это беспредел, это вообще беспрецедентные репрессии, каких, наверное, не было за последние 30 лет, можно их только сравнивать с тем, что было еще во время Советского Союза. Так что ситуация, она точно неординарная, и поэтому еще раз хочу это подчеркнуть. Это неординарная ситуация на границах Европейского Союза. Она требует неординарного ответа со стороны Европейского Союза. Але я хочу еще все ж таки допытать про отказ в Польшу. В Польше зараз ведется подрыхтовка гэтых польских санкционных списков, которые бы мелися быть нашмат большими, чем гэты агульные европейские. Ці маете такую информацию? Ну, я не сотрудник Министерства иностранных дел, так что я такой информацией не владею, но учитывая то, что было сказано польскими политиками, в том числе польским премьер-министром в последние дни, я могу догадываться, что именно подготовка таких мер идет. Спадар Войцех, ці анонс санкцій Злучаных Штатаў Амерыкі адносна Беларусі, якія ну, досыць адчувальнымі павінны стаць, калі прыйдуць у дзеянне, гэта ў тым ліку в пэўным сэнсе заслуга і ліста польскага прэзідэнта Анджэя Дуда, які звернуўся па дапамогу да амерыканцаў, каб развязаць вось гэтую сітуацыю з беларускімі палякамі? Вы знаете, я вообще с интересом наблюдаю за американской политикой по отношению к Беларуси, потому что она, как это сказать правильно, она очень осторожна пока.
То есть, если мы сравним это с реакцией США на выборы в Беларуси, которые были еще в 2010 году, когда Соединенные Штаты довольно быстро взяли не только визовые санкции, но и экономические санкции. То есть мы долго имели вот эти санкции на экспорт белорусских нефтепродуктов. Но в последние месяцы вот реакция США она довольно мягка. И это не касается только белорусских поляков, это касается вообще этого беспредела, этих репрессий, которые мы наблюдаем. И здесь можно спросить, а где причина этого мягкого подхода Вашингтона? Ну, наверное, надо учитывать внутренний контекст. В США там были выборы, да, там сейчас идет формирование новой администрации, а это всегда занимает не несколько недель, а несколько месяцев. Но я считаю, что факт, что американский посол пока еще не назначенный, но он пока еще не приехал в Минск, и, может быть, он не приедет в Минск, учитывая это очень, ну так мягко кажучи, неприятные заявления белорусского МИДа, как комментарий на высказывания американских дипломатов, я бы сказал, что я этого не знаю, но я могу догадываться, что тоже американская дипломатия рассчитывает более серьезные действия по отношению к этому режиму. То, что польский президент пытается мобилизировать наших американских друзей для совместных действий, я считаю это правильным. Тоже считаю, что, в общем, надо действовать солидарно, да, это такое важное слово, в защите всех, которые страдают от действий этого режима. Давайте поглядзім цяпер на другі бок Беларусі, на другую мяжу, паглядзім на Крэмль, на Расію. Паводле заяваў Семашкі, да канца красавіка, то бок гэтага месяца, мабыць, падпісаны ўсе дарожныя мапы інтэграцыйныя Беларусі і Расіі. Ты нават які Александр Лукашэнка вельмі доўга не хацеў падпісваць. Што гэта азначае? Ці гэта азначае, што гэта вось паўзучая анексія, яна ўсё ж такі не спыняецца? Я не уверен, или действительно эти дорожные карты будут подписаны. Таких заявлений в последние, даже не месяцы, а годы было много со стороны белорусских властей, что в принципе все готово. То есть мы это слышим довольно долго. Так что давайте подождем. То, что Россия стремится, чтобы привязать Беларусь еще сильнее к себе, это понятно, чтобы некоторые институты совместные, да, создать. Это тоже понятно. Это политика, которую мы наблюдаем за последние там 20, даже больше лет. То есть цель российской дипломатии по отношению к Беларуси, он вполне понятен. Другое дело, что мы тоже знаем, что Александр Лукашенко не готов подписывать дорожных карт. В первую очередь, это последняя, которая то, что мы знаем со СМИ, потому что это не публично, что она подразумевает тоже институциональную интеграцию. Да? То есть я думаю, что он будет пытаться сопротивляться, но с другой стороны, карты у него слабые. То есть он всегда пытался серьезно играть с Российской Федерацией. У него это получалось, но в последние месяцы его позиция намного слабее. У него нет маневра во внешней политике. Белорусско-западные отношения, они, как мы знаем, заморожены. И тут какого-то нового диалога учитывать не стоит. Так что то, что Россия будет пытаться втянуть Беларусь все сильнее в разные интеграционные процессы, это понятно. То, что Лукашенко будет пытаться сопротивляться, это тоже понятно. А ці вось верыце в тое слова Александра Лукашэнкі, які кажа, што гатовы падзяліцца ўладай, што падзеліць паўнамоцтвы свае, так, што вось будзе гэтая канстытуцыйная рэформа. Што гэта? Рэальная ахвота нешта змяніць у краіне? Ну, бо мы разумеем, што таксама выйсця няма. Ці ўсё ж такі гэта чарговая дэмагогія? Это чарговая дэмагогія. Это очередной блеф. Он не заинтересован в никаком передании полномочий кому-то или парламенту, или правительству. У него одна цель.
Это цель – это остаться при власти всеми способами. Так что я думаю, что с самого начала так называемая конституционная реформа – это был лукашенковский блеф, что он просто пытался играть на время, да? Он пытался обмануть собственное общество. Он не готов делиться с кем-либо своими президентскими полномочиями. З Петром Войцех, так само на гэтым тыдні адбыліся тэлефонныя перамовы Ангелы Меркель, Эмануэля Макрона і Владзіміра Пуціна. І вось у гэтай размове адным з пытанняў было Беларусь, дзе заходнія лідары спрабавалі давесці Владзіміру Пуціну неабходнасць перамовы ў справе Беларусі, на што Пуцін казаў, што ён супраць знешняга ўмешальніцтва ў справы Беларусі. Ці вось вы лічыце, што гэтае пытанне перамоваў, яно ближайшим часом зрушится с этой мертвой кропки? Я не думаю. Это не первый звонок, такой звонок от западных лидеров до Путина. России, конечно, это нравится, что западные лидеры разговаривают про Беларусь именно с Путиным. Я вообще не считаю, что кто-то готов на какие-то серьезные переговоры ни в России, ни тем более в Беларуси. Вообще, знаете, я тоже не думаю, что, к сожалению, что белорусский вопрос – это приоритет для Европейского Союза. Как мне страшно это звучит, но у Европейского Союза настолько много серьезных внутренних и внешних проблем, что, к сожалению, белорусский вопрос, он остается где-то в этом длинном списке, где-то ближе к концу. Так что я, это пессимистично, конечно, но я думаю, что это реалистично. То есть никаких переговоров, конечно, не будет. Дякую вам великий за ваш комментарий. Спасибо большое.